Приморском крае привлекли к ответственности женщину, оставившую автомобиль с ребенком в салоне на железнодорожных путях. В отношении 44-летней жительницы села Борисовка сотрудники госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении. Женщине может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев. На место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной службы. К моменту приезда сотрудников госавтоинспекции неравнодушные граждане переместили транспортное средство в безопасное место. Сотрудники полиции установили личность владелицы иномарки. Полицейским женщина сообщила, что была вынуждена оставить 10-летнюю дочь в автомашине из-за неотложных дел. К проверке инцидента подключились также инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Уссурийску. Автомобилистку привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней дочери. Анна Дьякова, новости на Восьмом.